Всем привет! Я нахожусь на даче. Сегодня 1 сентября. Вторник. Вот и осень наступила. И что-то у нас во Владивостоке все какие-то дожди да тайфуны. Вот. Как-то прохладно уже стало. Разобрал я свое творчество, я имею в виду опалубку разобрал, бетонные у меня эти штуки получились более-менее так, ну как получились, так и получились, короче. Вот, в общем, пока их сложил, потом вот около сарая там будем тропинку делать, ну, наверное, уже не в этом году, я так подозреваю. Ну вот, выкопал часть морковки. Сейчас она подсохнет. Ее нужно будет очистить от земли и помыть. Ну это не так же. Ну, наверное, просто так получилось, что в какой-то момент у Саши... Доброе утро. Вышло, да? Почти 8 часов утра сейчас, второй день, я на даче. Да, ты потому что мы разные люди все-таки. Что значит новый? Завтрак. А Петров новый козлов. Смотрю там, Дудя. Так называют артиста, который очень востребован на амплуа главных мужских ролей. Короче, все это какая-то дребедень, на мой взгляд, потому что, ну... Толку как бы от этого нет. То есть толк не от этого, а от того, что потом остается после всего этого. Потому что, ну, как бы, у меня тут фильм, утренний причесон такой. Которых я занимаюсь, это как бы не получившиеся фильмы. Потому что, как бы, чтобы что-то получилось, должны как бы звезды сойтись. И любви в этом не ощущалось. На завтрак я всегда ем два бутерброда с чем-нибудь. Ну, что есть, то с тем и ем. А сегодня нам Бог послал паштет грибной и колбасу чайную или молочную. За окном моросит. Делать пока нечего.
снимай, нет? Без остановки? Ну да. Ну как, ночевал? Ну, ночевал, да. А как, в палатке? Да, естественно. Иначе бы я не тащил все это. А что за день такой? А что у вас написано? 100 лет как, кому? Кариму? Устай Кариму. Это я еду от Русского географического общества. А дальше вы куда двинете? Дальше я поеду на турбазу Башир. Там есть гора, пик Мустай Карим. И вы вот туда, да? Да. А кто это такой? Это башкирский писатель. А. Еще раз, 17 дней вы в пути на велике? Ну да. А где вы ночуете? Вы едете, ставите палатку, и еда у вас с собой есть, да? Ну, да, я же еду по дорогам, ну, в городах закупаюсь. А чем вы занимаетесь вообще? Я на заводе работаю. Кем? Слесарем. И у вас такое хобби? Да, почему бы и нет? Офигеть. Всем привет! Сегодня первый день, наверное, на море, а завтра уже куда-нибудь в сторону партизанской поеду. Сейчас, получается, поднимаюсь вот туда и углубляюсь в лес. Там грязь, не грязь. Сильно не тороплюсь. С утра сразу отпил. Еще не разогрелся. Подобрал. У меня тут что? Горочка, а? Килограммчик, наверное, с чем-то. Утрим комплект. Воды с собой литра 3,5. Пока прохладно. На хорошо. Тут даже не станет. Песочек. Ладно. Все, поехали. Ничего не мешает. Набираем скорость. Зато катить по грунтам вообще милое дело. Нужно прям разогнаться. Ну что, вот почистил часть морковки. Ну еще. Тазик вот такой вот получился у меня. На улице сегодня вот так. Серо все, печально, осень. Мы во Владивостоке, можно сказать, и лето не видели. А тут уже осень наступила, неожиданно. И погоды нет, главное. Была бы погода, было бы настроение получше. Прохожу мимо грядок, а тут кто-то мячи раскидал. И почему-то все зеленого цвета. И по размеру разные. Смотрите. О, видали? Чё это? Прикиньте, зеленые мячи лежат. Чё к чему? Вон их сколько. Тут не только зеленые. Тут еще и полосатые вон есть. Такие полосатые. Но зеленых больше. Зеленые мячи. И вот такие вот полосатые. Сейчас срежу самый большой арбуз. Попробуем. Сладкий, не сладкий. Ну вот. Выбрал самый большой арбуз. Сейчас срежу. Оп. Килограмма на 3, наверное, арбуз получился. Вот такие вот пироги, вот такие вот арбузы.
Фу. Что-то чаю попить, что ли, с чем-нибудь. Уже второй час. Обед. Попью чаю. А, за капустой надо сходить. Там капусту еще срезал. Надо капусту с огорода забрать. Пойду схожу. Чаю попить. Здесь пока все дела не переделаешь, чаю не попьешь. Надо еще баклажаны срезать. Вот пойду баклажаны срезать сейчас. Поэтому капризы погоды мы не можем с вами спрогнозировать, несмотря на то, что это может быть самый разгар